Четверо с пяти загинули у огни в вынику неосторожного паления. Такие данные службы 101 на початку этого года. Опошний факт имел место у Зельвинском районе. Ратовальники на подлозе нашли тело 58-годового господара. Мужчина задыхнулся. Допомога специалистов спотребилась и пенсионерце с Гродно. 76-годовая женщина опынулась у огненной пасцы. Ищите там человека! Предварительно на кровати может быть человек! Запеками ног и огульным отручением пенсионерка доставлена у больницу. Ее стан медики оценивают как тяжкий. Попередняя версия пожару – неосторожность при курении. Подобный сценарий разгорнулся этой ночью и у Бярозовцы Лицкого района. Правда, тут, дякуючи смелости соседа, финал истории отримался куды больше оптимистичный. Один из жильцов общежития, Сергей Белуш, проходил в это время по коридору. Он почувствовал запах дыма и выбил дверь. В задымленной комнате нашел погорельца в бессознательном состоянии и вытащил его в коридор. Работники МЧС ликвидировали пожар подручными средствами. Медицинские работники осмотрели спасенного и констатировали, что в госпитализации он не нуждается. Сёлета у регионе уже зарегистрировано 33 пожара за неосторожного обыходжения с огнем. Эта подстава с года в год займает первую приступку антирейтингу и причин смерти у огня.